У храме преподобного Микиты Сповядальника у Поколюбичах зараз особливо шматлюдно. Верники собрались не только, каб набрать воды, але и убачить выник працы усяго прихода. Теперь на месте, где бьют природные водные ключи, открыта водосвятная купель. Ранее территория крыницы была забрудженной, а зараз, дякуючи агульным намаганням жихаров, у Поколюбичах з'явилася славутость. Затея была наша с батюшкой, флаги подняли мы с ним. Ну уже, а весь народ пошел за нами. Самое основное было забить сваи, на чем сидит наша купель. Сами сруб делали, сами за лесом ездили, договаривались. Видите, батюшка у нас сегодня ранного, красивого. А как он ездил на тракторе, вот люди в своем тракторе, по всем Поколюбичам, своими руками, вот которыми он проскомидию совершает, и деток крестит, и все этими ручками он камни эти собирал, ложил в трактор, и в этом же, ну в рабочем облачении ездил на этих камнях, это вот столько трудов было вложено. Будинок купелі драўляны, уладкаваны дзве цёплыя раздзявальні і зручны спуск да вады. Усе жадаючыя могуць акунуцца і набраць асвечанай вады з незамярзаючай крыніцы. Акунанне ў купель на вадохрышча – гэта не спорт і экстрым. Важна разумець неабходнасць духовнага асэнсавання свята. Самая глубінная тайна, што Бог ёсць адзін в трёх іпастасях – Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. І в этот день свяшаецца вялікае асвячэнне вады в честь того, што сам Господь асвячаёт воды Іордана, і мы самі сёння приступаем к новоосвященной крещенской воде с особым благословением, с особым благоговением. Просим, чтобы она была и целительна для нас, и наших душ, и нашего с вами тела. Не зря мы, когда опускаемся в купели, мы говорим, что мы не просто так делаем это, а во имя Отца первое поружение, и Сына второе поружение, и Святого Духа поружение. У тих, хто чув душевну потребу окунутися у водохрещенській воді, є усі можливості. У Гомелі спеціальне місце обсталяване у пляжній зоні зліва від пішохідного моста ріки Сож. Купелі відкриті для вірників так само у приходах, на території Спаса Преображенського храму, у храмі Святого Архангела Михаїла, на озері побач з храмом Святого Великомученика Георгія Перемогоносця. Ганна Корольчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.